Всем привет! Зашла на днях в наш цветочный магазин и наткнулась вот на такую оценку. Это молодой принц. Но что самое что интересное, что я не знаю, почему ее оценили, в принципе, пока вид хороший. Но, конечно, постояв 3 дня у меня дома, она уже начала проявлять себя. Но даже не это самое интересное. Вы когда-нибудь видели, чтобы в горшке на листьях у цветка был искусственный снег? Вот я такого ни разу не видела. Он просто везде. Я не знаю, каким образом он туда попал. В пазухах, в точке роста, на листьях. Вот у него был второй цветонос, но засох он уже достаточно давно, я думаю. Цветочек высокий. В принципе, я думала, что я не буду ее трогать. Да, есть корешки плохие в горшке. Но я думала, что мы без этого обойдемся. В принципе, корешочки начинают раскукливаться. Сейчас я покажу. Я думаю, сейчас он немножко адаптируется, придет в себя, начнет расти, и тогда уже я его пересажу. Но не тут-то было. Не могла никак себя заставить, чтобы открыть пакет. Привести его более или менее хороший вид, убрать вот этот снег. Не знаю, прям руки не доходили, не могла я себя заставить. И сегодня днем, готовясь к обработке цветка, готовясь к распаковке его, я увидела в грунте многоножку. Я стараюсь как боюсь вот этой всей живности, очень не люблю. Придется пересаживать. Я не могу это оставить, я не хочу, чтобы это было у меня дома. Прям бррр. Сейчас я его распакую и посмотрим. Так вот, я ее распаковала. Вот как это все дело выглядит. Как пластик такой. Так вот, я уже углядела паутинку. Потому что там еще паучок какой-то живет. Прям все засыпано. Вот что-то непонятное, что это такое лежит там. Просто когда этот цветонос, ладно, хорошо. Вот она, паутинка. Только чья-то паутинка такая. Будем надеяться, что паучка. Хотя пауков я тоже очень не люблю. Начала желтеть листья. Я бы, может быть, еще пару дней потянула. Но вот этот лист начал желтеть. Вот этот лист начал терять свой цвет. Прям цвет начал терять, как будто она его сжирает сама. И у шеи. Вот он уже пожелтел. Не знаю, сейчас его разберем. Посмотрим, снимать его, не снимать. Может быть, сама его доест и подсушит. Так, ну я пока одену перчатки. Так, ну что, продолжим? Помощница у меня туда пришла. Как без тебя? Даже не знаю, за что взяться. Я, может быть, я поэтому-то и не могла для нее времени как-то выделить в эти несколько дней. Что-то то одно, то другое. Мне все время мешало. Наверное, я все-таки должна была увидеть это.
попробую взять. Из пазух вытряхнуть. Посмотреть, что там происходит. С пазухами. Непонятно как, непонятно зачем это все произошло. Сейчас у меня вся кухня будет в этом пластике. Так, ладно, давайте попробуем ее достать. Не особо удобно в перчатках работать. Я не чувствую, что я делаю. Конечно, не хочется, очень не хочется мне потерять это цветение. Что ж, живая здоровая орхидейка. Потом она, думаю, у меня зацветет красиво. Ладно, посмотрим. Не буду пока цветы у нас удалять. Эмма, не трогай. Помощница. Они все больше ничего не мешаются. Пересажен он был 16 декабря 2020 года. Затхлостью пахнет уже. Конечно, кисточка. Этот снег, он даже внутри, прям на дне горшка, на дне коры. Вот уже орхиат рассматривается. Листочки. Торфяной стакан. Ага. У него гнилые крышки. Эмма, блюди, чтобы никто не убежал. Да, вот. Орхиата. Кокосовые чипсы. Уже в такую труху превратилось все. Не вижу пока эту пакость, но я знаю, что она где-то сидит. Так, вот видно тоже стакан? Вот он.
паутины везде, мне это не нравится. Так, итого, что мы имеем? Я ее почистила, замочила в актаре с фитоспорином в теплой водичке. Вот такое количество корней мы убрали, но тоже все это уже сухари. Листики я убрала, потому что они начали желтеть. Мне нужно было посмотреть шею, потому что я увидела розовые корни. Но шея чистая, не могу ничего сказать, пока буду за ней наблюдать. Что касается многоножки. Я ее промыла. Пыталась смыть вот этот снег, который остался на листьях. Причем он как-то растворился и стал вот такой вот паутинкой, липкой. Спиртом протеру попозже немножко. Начала я ее, значит, крутить-вертеть. И выскочила многоножка. Я ее, как я ее не пыталась поймать, пинцетом, палочкой ватной, что я только не делала. В итоге она просто пряталась в пазухах. И поймать, естественно, мне ее не удалось. Я залезла в интернет, почитала, поискала. Никакой информации на Ютубе, по крайней мере, я не нашла. В Яндексе я прочитала, что у них панцири, они не защищены от влаги. То есть они тонут. То есть если поставить орхидею вместе с точкой роста, вместе с пазухами в воду, где-то минут через 10-15 они должны всплыть. Вот стоит у меня орхидея уже минуток 10, наверное. Пока что никого я не увидела. И второй вариант – это пересушка. Я подготовила горшочек. В любом случае, орхидею нужно будет просушивать после такого-то замачивания. Оставлю ее на пару дней в горшке. Немножко водички налью, чтобы она просохла. Поставлю в ванную. Хотела отснять, показать вам результат. Это орхидейка через 2 недели. Снег очень плохо счищается. Ни спиртом, ни водой. Все равно разводы остались. Такой липкий слой, но актары я обрабатываю при пересадке, то есть это идет закрытая система в керамзите сверху. Больше для красоты я положила большой крем, большие кусочки крем. А многоножку я больше не видела. Конечно, актары я обработаю еще раз. Корешки. Ну, корешулек у меня было, не, в принципе, немного. Они были хорошие, но их было немного. Пару корешочков, конечно, отмерли. Розовые корни так и остались. Они сейчас напитанные. Хотя я еще не поливала его. При увлажнении они дают розовый цвет. Но не могу сказать причину. Скорее всего, это из-за того, что присутствует розовый, ну, фиолетовый пигмент в цветке. А из-за этого, ну, я надеюсь, что из-за этого на корнях розовый оттенок. По крайней мере, никаких болезней, ничего я не заметила. Цветы, конечно, она скинула, она их засушила, но спустя неделю приблизительно. Потому что все как бы она пришла к окончанию своего цветения. Вот корешочки все живые, но отсвечивают, не видно.
Так, хорошо себя Растюха чувствует. По поводу просушки я пришла к такому выводу, что я просто просыпала пазухи на корневую корицей. Я думаю, что многоножке не понравится это, если она даже где-то там выживет, если где-то спрячется. Корица ей в любом случае не понравится, и Актара ее добьет. Все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.